Им бы понедельники взять и отменить. Сегодня самый депрессивный день в году. Впрочем, таково заявление мировых психологов. 18 января, по их наблюдению, дата, когда жители планеты приходят к выводу, что их новогодние желания не исполнены, а их личный бюджет после праздников уже потрачен. Наш корреспондент Илья Кошкин узнал у кировчан, как поднять себе настроение и превратить понедельник в самый лучший день. Почитаю книги. Посмотрю фильм, какую-нибудь интересную комедию. Якобы настраиваю себя все-таки не грустить и так далее. Тем более есть собачки, очень веселые, так что активные, грустить некогда. Прогулки с друзьями. Ну, сколько по времени занимает прогулки в день у вас? Минут по 40. Сделайте зарядку, включите опять же музыку и как-то старайтесь веселее быть в течение всего дня. Я иду сейчас и про себя говорю: я хочу жить, я хочу жить, я хочу жить. И настроение поднимается. Утром с зарядкой, а просыпаясь, посмотрю на небо, говорю, как все прекрасно. У меня не бывает плохого настроения. Вы всегда в хорошем, в отличном настроении? Ну да. А если вы встали не с той ноги, что делаете? Ну, ложусь обратно и встаю с той ноги. Работай. Только работа, больше да, ничего. Больше радости никакой нету, ребята. Ну, в баню сходите еще. Стоите на улицу, прогулка, свежий воздух, я очень хорошо помогает. Ой, да улыбаюсь. Улыбка – это самое важное в жизни. Ну, не самое, но тем не менее. Ем что-нибудь вкусненькое. А что вы любите вкусненького? Шоколадки. У меня не бывает плохого настроения. Просто злиться не надо ни на кого, ни на что. Улыбаюсь. Шучу. Колобок сходим. По старинке. Принять и подмешать. Подруг познать. У тебя есть такие подружки, нет? У меня нет таких подруг. Вот видишь, ни мороз, ничего не страшно. Открыть форточку. На правую ногу встать. Нет, встать к солнышку, повернуться и сказать: Господи, пошли мне здоровье и сил. И все у меня хорошо. И на самом деле помогает и настроение. Больше никто не поднимет. Хороший человек. Какой-то хорошей весточкой. Да, тоже хорошо. Имей 100 рублей, а имей 100 подруг.